Вы знаете, когда однажды я общалась с председателем казачества России, это генералом армии, в прошлом главнокомандующим военно-воздушными силами, донским казаком Петром Степановичем Денекиным, пообщаться со мной и спев ему казачьи песни Пензенской области, Белинского района, Малосердобинского района, поехал казак на чужбину далеко, на... Он мне сказал: «Алла, у тебя, наверное, есть казачьи корни. Ты, наверное, вот когда скачешь, как на коне, говорю, надо покопаться в своих казачьих корнях». Я все это к чему? Конечно, я буду рада, если во мне течет донская кровь. И нам очень приятно, что сегодня с Волгоградской земли, со Сталинградской земли к нам приехал ансамбль «Краснотал». Ребята, мы вас приглашаем. Спасибо вам. Сейчас песню, которая была записана у нас в Михайловском районе, в Волгоградской области. Очень, конечно, мы рады, что приехали на вашу пензенскую землю посмотреть на ваш фестиваль, поучаствовать в нем. Итак, сейчас сыграем историческую песню, протяжную «Ни в одном полевом лазарете». Красноталл.